Вот, братуха, такая тема, короче. Один из дней, короче, я закину. Сейчас 23-й час будни москвичей, короче, готовлю. Будет уже 23-я часть на выписку. Братуха, салам алейкум. Салам алейкум, брат. Как ваш пятничный день продвигается, брат? Как там? Движуха, суета, как всегда, пятничная. Вчера, короче, услышал я, брат, что Москва – это город надежд. Вот, короче, теперь иду в надежде. В надежде за надеждой, брат. В одежде. Прикинь? В надежде за одеждой. В надежде. Натуре это что-то, блядь, ебанул, похоже, не то. Нет, в надежде, за надеждой, в одежде, во, братан. Видишь, что придумаем здесь. Такие вот алгоритмы мы тоже моментально же придумаем на ходу. С одного знака, думаю, начать пока. Потом потихоньку на расширение, второй, третий, четвертый. Запускаю сеть знаков в Москве, брат. И все, считай, жизнь удалась. Знаки будут работать на меня. Че, братуха, халяву захотел, да? Вот так вот. Фиг нам, старикам, халява, брат. Были, брат, такие отчисления, что никто не помнит, что за отчисления были. Вот такие вот дела, братуха. Братуха, вот Никулин тоже подъехал, если что. Вот такие вот дела, брат. Прикинь, время тяжелое сейчас. Даже Никулин, прикинь, таксовать начал, брат. И главное, откуда он приехал, откуда он вернулся. Такие люди и таксуют. Братуха, здорово, салам алейкум, привет, 650 косарей, я хозяин секс-шопа, брат. Нет, ваша тема, брат, ваша. Франшизу продаешь? Может, этот пятачок здесь слева, который у меня, хоть там каким управляющим я могу работать здесь, походу. Там чисто сделаем, брат, рекламное агентство нашей темы, короче. Она будет как офис у нас там. Главный офис будет Буйнаский, брат, который вот. И директором этого офиса будешь, скорее всего, ты, наверное, сядешь, у нас головастый. Абдул там будет за доставку отвечать, там, размеры, не размеры, там, те, не те, привозить, не привозить, короче. Ты чисто, короче, директор, управляющий, все в твоих руках будет там, короче, считай, под боком, брат. А я здесь уже потихоньку раскачивать. Извращенцев все больше и больше, брат, ты же знаешь. На этом, думаю, можно нормально выехать. Как-то так, брат. Думал, тоже купим какой-нибудь матиз. На матизе тоже большой такой член установим, чтобы люди знали, что доставка едет, короче, что со всеми делами. Абдул за рулем, привозит, короче, клиентка или клиент, я не знаю, там кто будет. Сейчас же извращенцы не поймешь, то ли бабы, то ли мужчины. Короче, проверять, подошло, если отдал. Не подошло, раз другой привез. Там все под боком, брат. Потихонечку думаю. Ну, кстати, Абдул за рулем будет, считай. И так тоже он будет на доставке, короче, на развозах подсказывать, что кому. Он же в этой теме тоже шарит конкретно там. Что надо, какие мази, какие размеры нужны, какие втулки там. Сам понимаешь, брат. Это как раз это вот его тема будет. Ты что-то топишь с утра, братуха, топишь ты не по-детски. Братуха, Соболева смотрю, джиганом, смешные деньги.
Бля, это Соболев, бля, это убийца, бля, а не пацан, бля. Я никогда нормально не могу его смотреть. Угораешь, бля, отвечаю, уже слезы, грубо говоря, с глаз идут. Такой хохмач это, бля, финиш. Это вот этот комбайнер, тракторист, я не знаю, кто он, братуха. Но этот пацан реально кайфанул. Он просто кайфует, он живет в свое удовольствие. Баранку тоже крутит, поет. Я так думаю, что брат, скорее всего, ему вообще там фиолетово. Кто что про него думает, короче, он... У него своя волна, братуха. Вот такой парень, который, знаешь, не промах. В любой песне найдет свой плюс. Раз-раз пел там Дензо, Мензо, потом хочу шаурму, понял? Эмоцию, пацана, чё? Зато он ни от кого не зависит, брат. Он не зависит от настроения политического, экономического. Но своя волна, он на своей альтернативной ноте, короче, продвигается, брат. Я тут недавно ролик смотрел. Короче, там что-то бой Хабиба идет, и, короче, Хабиб выигрывает. И, короче, две три женщины, ну, там написано было, что это его соседки. И начинают они, ну, как бы, ничего такого плохого нету, знаешь, одежда такая тоже у них. Взрослые женщины, да, наши женщины такие бывают там. Сам знаешь, да, пофигистки, вот, в общем-то, таких, ну, длинных платьях, все как в платках там, знаешь. И начинают танцевать, там, он выиграл, короче, там танцует лезгинку туда-сюда. Я так просто для прикола зашел, посмотрел, короче, этого, комменты, думаю, что люди пишут? Столько, знаешь, людей там, вот эти, короче, не люди, это, короче, там, твари, это вообще позор ислама. Ну, вот, столько, знаешь, вот этих вот негативных отзывов. И просто вот к некоторым людям вот заходишь на страницу, кто вот это вот пишет, там такое вот, знаешь, мягко говоря, блядство. Они вот, как говорят, не замечают бревно у себя, а ищут где-то там соринку, знаешь. И они себя строят таких правильных людей прям, и таких вообще очень много. Это, конечно, огорчает. Люди от души порадовались, да, чисто от души, потанцевали. Никто же, они же ничего плохого не сделали, они же голые не выбежали куда-то там с транспарантами. Чисто дома, да, у себя люди отдыхают. Просто кто-то выложил, да, но это тоже другой вопрос, зачем выложили, не выложили. Но я тебе скажу, что общество просто на глазах рассыпается. Мир хаоса, брат, сейчас, мир хаоса. Это интеллекта нету сейчас у людей. И они вот этими животными инстинктами сейчас живут. Вот такой, короче, народец сейчас в наше время. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это уже все устарело, брат, это старый век. Сейчас время ханжества, оно всегда было, и хаос всегда был, и ханжество всегда было. Вот сейчас вот такой тоже период у нас здесь. Ну только плетка может. У нас люди, вообще натура людей такая, пока поджопник не получишь, у нас не понимают русский язык, доброе слово. У нас нету этого. Нас, я не знаю, даже назвать людьми. Я даже когда комменты бывает, пишу насчет каких-нибудь таких ситуаций. Я даже их людьми не называю. Я говорю там невежество, лицемер, униженный Богом. Ну, человеком назвать, честно говоря, мне стыдно таких существ. Я их называю средним родом. Оно, брат, оно. Оно. Шайка, оно. Так что, братуха, эти мнения, брат, поделиться надо с миром, с интернетом. И мы будем исправлять все человечество. Если не мы, брат, с тобой это все не поменяем, да, то будет хаос. Ни от президента, ни от депутата, ни от кого-то это зависит. Это от нас, честнейших из честных. Так что, братуха, мы будем врачами, брат. Врачами, людскими врачами. Врачами душ. Врачами людских душ. Бля, охренеть, кто будет слушать эту запись, бля, они охренеют, они подумают. Этот парень что-то гонит. А не был, брат, на той стороне,
обещают, хер знает когда. Ну сейчас делают Махачкалинку, короче, асфальт ставят. Каждый день там местами. Вот сейчас отсюда вот с центра направо по Махачкалинке закрытая дорога. Поехать невозможно. Это или через Советскую надо ехать, или оттуда вот через Зантак-Ау с той стороны Обезную надо делать. Суета, короче, всю Махачкалинку асфальтируют. Ну, Буйнакская, Хизроева асфальтировали. Такие, короче, моменты. Если тебе надо, да, ты заявку оставляй. Там мост тебе надо зафиксировать, показать там. Или где что, короче. И по списку я, иншалла, буду, короче, мотаться, короче, по тем делам.